Я сейчас замачиваю орхидеи вот в таком биостимуляторе роста. Развела таблеточки, как указано здесь по инструкции. Ну, добавила чуть побольше водички, чтобы покрылись полностью горшки. Вот где-то у меня часик-полтора постояли. Протру сейчас еще листья этим раствором и буду сливать воду. Есть у меня несколько орхидей, они достаточно небольшие, маленькие, еще очень, по-моему, даже эти не цвели. Вот сейчас нужно, пришло время отсадить вот эту детку. Ничем я их не смазываю здесь, чтобы появлялись детки, есть разные препараты для этого. Ну вот на старом вот таком кусте вот у меня такая детка. Сейчас я ее отрежу и хочу посадить в новый субстрат. Вот такой хочу попробовать первый раз, пеностекло. Посмотрю, как приживется, как будет расти. Отрезаю я практически здесь у основания. Вот, отрезала я детку. Вот у меня здесь маленький. Вот. Я сейчас засыплю. Здесь субстрат у меня свежий. Вот. И, может быть, побыстрее даст новый листочек отсюда. Лучше будет расти, потому что все силы уходили на то, чтобы вот такие корешки дать. Вот. Достаточно хороший размер корешков для того, чтобы посадить. Не слишком длинные вытянулись и не слишком маленькие. Как раз хорошо для субстрата будет. Очень хорошая такая деточка. Высыпаю этот субстрат. Легкий, воздушный. Корешки подрастать, я увеличу размер горшка. Сейчас считаю, что не нужно больше горшков, вполне будет достаточно. У меня есть еще мох с флагом, я его собираю и сушу. Вот, ко мне помощники пришли. Вот. Я специально не хочу много его положить, а только буквально сверху. И обязательно сейчас солью водичкой, подержу полчасика, добавлю для орхидей. Сейчас найду. Вот у меня есть такое удобрение. Добавлю в водичку и подержу. Ну, вот я приготовила такой тазик и раствор добавила сюда для орхидеи этого удобрения. И с водичкой сейчас залью и оставлю на часик. Пускай она замачивается. Помню. И через часик я уже смогу убрать. Буду следить, запишу время, день сегодняшний, когда я посадила, чтобы посмотреть, как в пеностекле и с удобрением отличается от того, как я сажаю детки в грунт старый. Вот. Все.